Крупный пожар на центральном рынке в Житысае. Горели одежда и товары для дома. В многоэтажке Темиртау взорвался газ. За последние 10 дней это второе ЧП в городе. В Актобе вынесли приговор организаторам и создателям финансовых пирамид. В тюрьму отправили сразу 48 человек. Ербулат Досаев в 13-й раз встретился с жителями Алматы. Аким рассказал о судьбе кинотеатра «Целинный» и бомбоубежищах. Мангыстау владельцев АЗС уличили в сговоре. Они вдвое повысили цены на автогаз. О главных событиях в стране расскажут вам корреспонденты КТК. Я Камила Жусупова. Здравствуйте. Новые подробности по делу Арыстанбека Мухамедиулы сегодня озвучили в антикоррупционной службе. Согласно последним данным, предварительная сумма ущерба составляет порядка 7 миллиардов тенге. Расследование в отношении директора Нацмузея и других должностных лиц продолжается. Фигурантов вменяют хищение бюджетных средств в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями. Для Мухамедиулы срок содержания под стражей продлили до 26 сентября. Как сообщили в антикоррупционном ведомстве, были украдены деньги на проведение международной выставки «Шествие золотого человека по музеям мира», на 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и на оцифровку национальной киноколлекции. Кроме того, экс-министра культуры подозревают в незаконной передаче госимущества своим родственникам. Проверяется причастность Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта собственность родственников и аффилированных лиц, Республиканскую школу высшего спортивного мастерства по водным прикладным видам спорта, акционерное общество «Казах энциклопедия» и Казахский научно-исследовательский институт культуры. Туркестанская область осталась без первого руководителя. Сегодня стало известно, что аким региона добровольно сложил в себя полномочия. Умерзак Шукеев занимал пост с 2019 года. Заявление об отставке он подал после того, как его подчиненный попался на взятки. Экс-акима Кентау Даурена Махажанова приговорили к 10 годам тюрьмы. Отмечу, в разные годы Шукеев работал министром экономики и министром сельского хозяйства, акимом столицы, южно-казахстанской и костанайской областей. Кроме того, занимал должности зам руководителя администрации президента и первого зама премьер-министра. В Житысае всю ночь тушили крупный пожар. Горел центральный рынок Кульпаршын. Огонь вспыхнул в одноэтажном здании, а затем перекинулся на плотные торговые ряды. Площадь возгорания к утру достигла 900 квадратных метров. По словам очевидцев, горели точки по продаже одежды, текстиля, товаров для дома. Почти 50 пожарных работали до самого утра. О ликвидации сообщили только в половине восьмого. Сегодня в город прибыла специальная комиссия, которая будет разбираться в причинах ЧП. Ей же предстоит подсчитать и размер ущерба. Руководство рынка обещает, что в течение 20 дней восстановит сгоревшие прилавки, а пострадавшим предпринимателям на год предоставят бесплатные места для торговли. Полиция начала досудебное расследование по статье «Нарушение правил пожарной безопасности». К счастью, в огне никто не погиб, но есть пострадавшие. Сообщения о погибших не было. Два человека получили ранения, им оказали первую медицинскую помощь и отправили домой. Причина возникновения пожара и причиненный материальный ущерб рассматриваются специальной комиссией. Проводятся следственные действия. Еще в одной многоэтажке в Темиртау взорвался газ. Владельца квартиры, где произошло ЧП, доставили в больницу. Ударной волной выбило несколько окон. Сильный хлопок напугал жителей девятиэтажного дома. Они начали спешно покидать квартиры.
Люди жаловались на резкий запах газа. Оказалось, утечка произошла в квартире пенсионера на втором этаже. Внук, уходя на работу, выдернул шланг из газовой плиты. Так мужчина хотел обезопасить деда от несчастного случая. Но все вышло наоборот. После осмотра медики отпустили пенсионера домой. К счастью, дальнейшего возгорания и разрушений не произошло. Спасатели совместно с сотрудниками газовой службы обследовали подъезд, после чего люди вернулись в квартиры. Напомню, это уже второе подобное ЧП в Цумертау за последние 10 дней. На прошлой неделе взрыв прогремел в пятиэтажке на этой же улице. Тогда серьезно пострадали 4 квартиры. Работу внук, да, и выключил у него шланг. И он там шланг этот убрал, чтобы он не включал газ. А он взял и прямо центральный кран открыл, и газ весь напрямую пошел в квартиру. Ничего такого не случилось, просто газ накопился в комнате много. И он зажег, там хотел опять себе что-то там поджечь, и вот это бабахнуло. Я зашла буквально, ну, между вторым и третьим этажом, и как бабахнуло. Вот хорошо, что я не успела выше подняться. Между тем, жителям пятиэтажки в Цумертау, где на прошлой неделе прогремел взрыв газа, разрешили забрать из своих квартир вещи, мебель и технику. В доме завершили первый этап работ по усилению стен. Жители двух подъездов, которые не пострадали, уже вернулись в свои квартиры. В оставшихся двух, где произошло обрушение, продолжается ремонт. Специалисты аккуратно освобождают помещения от мебели и техники. По предварительным итогам обследования дом подлежит восстановлению. Сейчас владельцы поврежденных квартир ищут съемное жилье. На этом фоне в городе Металлургов резко взлетела стоимость аренды. Некоторые стали превышать столичные расценки. Напомню, что случилось во вторник. На третьем этаже взорвался газ. Пострадали 4 человека. Полностью разрушены 4 квартиры. В общежитии остается проживать из этого дома 2 семьи в количестве 5 человек. 46 семей расселены по арендным квартирам и по родственникам. Арендные квартиры, которые оплачивает Акимат жителям этого дома, это 10 семей. После проведения первых страховочных мероприятий, да, жителям эксперты разрешили зайти в свои дома, вынести свои вещи для проведения дальнейших уже здесь работ. В Актобе сегодня поставили точку в громком уголовном деле последнего года. Организатором и создателем нескольких финансовых пирамид, от которых пострадало свыше 17 тысяч человек, вынесли приговор. Сроки от 7 до 18 лет получили все 48 фигурантов. Многие даже не поверили, что отправятся в тюрьму и прямо в зале суда теряли сознание. В шоке и потерпевшие, они, как ни странно, ожидали менее сурового наказания для своих обидчиков. Все детали резонансного дела расскажет Динара Уркумбаева. Суд над 48 фигурантами, обманувшими больше 17 тысяч казахстанцев по всей стране, длился больше года. В деле 3700 томов. Масштабы аферы поражают. Мошенники умело убеждали людей приносить деньги, обещали большие вознаграждения по вкладам, но в итоге оставили клиентов в долгах. И вот сегодня суд признал участников и организаторов финансовых пирамид виновными. Все заседания и оглашения проходило в здании колонии-поселения на окраине города, поскольку участников было слишком много. По всему периметру выставили вооруженный конвой. Фигуранты заявили, что против фото- и видеосъемки. До начала оглашения многие были в хорошем расположении духа. Решение судья зачитывал больше 3 часов, время от времени прерываясь на замечания. Объявляется замечание. Будете удалены с судебных заседаний. Вы мешаете отношению приговора. Уже стало понятно, что никто из фигурантов не останется на свободе. Некоторым становилось плохо, пришлось вызывать врачи и приостанавливать процесс. В итоге все 48 человек получили сроки от 7 до 18 лет. Создателями и руководителями финансовых пирамид «Гарант 24 Ломбард», «Выгодный займ», «Эстейт Ломбард» и «Нурали Капитал» признаны 2 человека – Исеркепов и Танбашев. Они и сами частично признали вину, тем не менее получили максимальное наказание. Как ни странно, о потерпевших это не устроило. Они все еще верят мошенникам. Мы добиваемся того, что подсудимых организаторов посадили в колонию поселения, поскольку сейчас они уже начали выплачивать потерпевшим. Получили около уже 25 человек свои вклады.
В общей сложности аферисты обманули людей на 30 миллиардов тенге. Многие оформляли кредиты, чтобы внести деньги в пирамиды. Некоторые продавали через мошенников квартиры и машины, надеясь обогатиться, но в итоге остались ни с чем. На следующей неделе оглашение продолжится в части вещественных доказательств и гражданских исков потерпевших. Они, к слову, уже заявили, что будут обжаловать сегодняшние приговоры и, как ни странно, добиваться смягчения наказания для подсудимых. Знарур Кумбаева, Мирамбек Симанов, КТК Актобе. В Жамбылской области вспоминали трагические события войсковой части Байзакского района. Ровно год назад, 26 августа, в 15 километрах от Тараза на военных складах, где хранился тротил, случился пожар, а после прогремела серия взрывов. Тогда погибли 17 спасателей и военных, свыше 100 человек получили ранения. Сегодня в регионе почтили память героев. Виктория Савельева продолжит тему. В Таразе к памятнику с именами погибших пожарных уже с утра родные и близкие несли цветы. Но основное действие в годовщину трагедии разворачивалось около воинской части Байзакского района. Там буквально в 500 метрах от эпицентра событий установили еще один мемориал. Матери, дети, отцы и сослуживцы 17 военных и пожарных сегодня не сдерживали слез. Родные вспоминали тот злосчастный день, когда уже было понятно, что живыми вернутся не все. Среди погибших был и мой супруг Алимбеков Саят Жанатулла. Офицер, отец троих детей, муж, сын, брат. Не только нашу семью постигло горе. Таких семей много. Всем потерявшим близких хочу выразить благодарность за то, что вы вырастили достойных воинов, которые до конца своей жизни, до последнего вздоха, ни на минуту не задумывались, бросились в пламя огня и до конца оставались верными своей присяге. Ровно год назад, 26 августа, на военном складе, где хранился тротил, начался пожар. Военные и спасатели пытались потушить огонь, но в тот момент прогремели взрывы. Ударной волной, которая ощущалась даже в Таразе, повредила десятки домов в нескольких ближайших поселках. Пострадали свыше 100 человек. Мемориал погибшим пожарным и военным открыли на территории, где ровно год назад прогремели взрывы. На мраморной доске высечены имена 17 героев. Нет только одного – младшего сержанта Бауржана Даутбаева. Родные до последнего верили, что отец пятерых детей жив. И лишь недавно решили признать его погибшим. В семье младшего сержанта признались, назвать сына погибшим им сложно. Тело военного так и не нашли на месте трагедии. А все сообщения, будто 34-летний мужчина бродит в горах или пересек границу с Кыргызстаном, оказались ложными. Его еще не нашли, уже год. Мы уже везде были, везде искали. Я не знаю, где мой сын. Кого просить и умолять, чтобы он нашелся? Мы не потеряли надежду, но мы подали заявление в суд, который должен решить, считать Бауржана мертвым или нет. 17 погибших пожарных военных были представлены государственным наградам. Ордена Майбен первой и второй степени. Один из спасателей Миржан Айманов, который до последнего помогал раненым, указом президента посмертно получил звание Халык Кахарманы. Между тем, причины случившейся трагедии официально до сих пор не озвучены. Но известно, что по делу проходят 6 военных. Среди них бывший временно исполняющий обязанности командир части. Виктория Савельева, Денис Храмов, КТК Жамбылская область. Снять торговые барьеры, наладить судоходство и сдерживать цены на продукты. С такими предложениями премьер-министр Казахстана выступил на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате. По словам Алихана Смаилова, для развития экспорта важна свобода транзита. Глава Кабмина напомнил, товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос почти на 5% и превысил 12,5 миллиардов долларов. В текущих условиях важно определиться с механизмами нивелирования последствий от ограничений, которые страны вынужденно вводят в одностороннем порядке. Установив единый внешнеторговый контур, мы согласились защищать внутреннего производителя.
В рамках визита Алихан Смаилов провел переговоры с главой Кабмина Кыргызстана Акылбеком Жапаровым. Стороны обсудили вопросы строительства совместного индустриально-торгового логистического комплекса, а также взаимодействия в области охраны окружающей среды и водно-энергетической сферы. Наша основная цель – полная реализация задач, поставленных главами государств, и дальнейшее укрепление казахстанско-кыргызского сотрудничества. В частности, увеличение объема взаимной торговли до 2 миллиардов долларов. Мангыстау владельцев крупных сетей АЗС уличили в сговоре. По данным прокуратуры, предприниматели необоснованно подняли цены на сжиженный газ и получили многомиллионную прибыль. Всех фигурантов уже привлекли к ответственности. Выявлены факты антиконкурентного соглашения, выраженного одновременно повышением цен на газ. По результатам прокурорского реагирования на 54 владельца АГЗС, а также на газоперерабатывающий завод наложены штрафы и конфискован монопольный доход на сумму более 60 миллионов тенге. Речь идет о повышении цен на автогаз в конце прошлого года. Тогда топливо подорожало почти вдвое и пропало с заправок. А там, где было, стоило 120 тенге за литр. В январе Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по защите конкуренции провести тщательное расследование. В итоге было выявлено сразу 55 участников ценового сговора. Среди них оказался и газоперерабатывающий завод. В Алматы восстановят бомбоубежище и разберутся с незаконным строительством. По крайней мере, такие обещания Ербулат Досаев дал жителям одного из районов. Сегодня Аким провел очередную встречу с горожанами. С рядом вопросов удалось разобраться прямо в ходе собрания. Решение других проблем потребует чуть больше времени, а в некоторых просьбах Досаев вообще решительно отказал. О чем Акима можно даже не просить, знает наш корреспондент Михаил Корчевский. Это особенный район, уникальный район. Полюбите Алмалинский район, вас вся Алмата полюбит. Но заниматься любовью мешает плотный график. В 9 утра Ербулат Досаев снова у микрофона. В зале снова многолюдно. Это уже вторая встреча Акима с жителями Алмалинского района и 13-е собрание с населением Алматы в целом. Население сегодня опять просило, предлагало, благодарило и возмущалось. Аким слушал, отвечал, ругал подчиненных и иногда шутил. Это парки Байтурсынова там. Общественные туалеты. Возле Никольской церкви. Сейчас выйдем, проверим. Он не работает, он закрыт, я могу видео показать. Я вчера только там была. Подождите, у тебя такой есть в списке твоем 22? Около Никольской церкви. Сквер Байтурсынова есть, я сейчас приеду, посмотрю вместе. Не, ну просто подойдите, покажите ему сейчас прямо видео. Покажите. Спасибо. Подождите, вы же обещали мне. Работает сквер Байтурсынова? Я сам проезжал, смотрел. На этот я тоже выйду. Если ну сейчас вот мы выйдем, ты проедь потом после хорошо. Видео. Есть, я должен один. Деньги дать тебе на жетон тебе, чтобы воспользоваться. Туалеты, светофоры, стройки, освещение, парковки и снова светофоры. Люди у микрофонов менялись, а вопросы разнообразием не отличались. Проблемы в городе всегда одни и те же. Какие-то удается решить оперативно, другие порой не сдвигаются с места, даже после частых бенефисов городского начальника. В прошлой встрече я озвучил нашу проблему по поводу изъятия коммерческого участка. Я помню. Да. С тех пор месяц, уже полтора прошло, но пока сдвига нету. Тут вопрос связан с тем, что мы должны были отменить постановление, связанное с изъятием. Ага. Ну, собственно, после совещания я попросил человека остаться и земельщиков тоже. Ну, сегодня мы решим этот вопрос. Затянули. Я думаю, просто бюрократия. Затянули, разберемся, принято. Вот, пожалуй, топ-3 самых популярных ответов среди подчиненных на запросы Акима. Под прицелом телекамеры в присутствии сотни горожан почти все чиновники этим горожанам готовы помогать. Но шеф Досаев не всегда доволен результатом. Когда подтверждаются факты, есть местосъемки, то нам надо меры принимать же. Ежедневно анализируйся. Ежедневно мне не нужно, мне нужно конкретное место. Узнайте про это, поручение дайте. Хорошо. Где начальник РУВД? Чего следите? Дайте микрофон ему. Слушаю вас. Там отработаем мы. Ну, отписываем на РУВД, берем вместе. Пусть отвечает мне, как положено вместе. Его же участковый, я так понимаю. Четыре участковых, ежедневно мониторим. Значит, наркомании в городе нет. Арсений, так? Ну, что, как маленькие дети мы? Конкретный вопрос есть.
Поезжайте, разберитесь. Адрес дадут. Другой адрес, куда теперь обязательно поедут чиновники, подсказал один из местных жителей. В его дворе началась стройка многоэтажки, которую, как выяснилось, никто не разрешал. Город официально заявляет, разрешительные бумаги не давали. Еще согласование закрыто. Вам только сейчас сказали, что мы весь квартал собираемся привести им порядок с местом, связанный с социальной инфраструктурой и так далее. И после этого двинемся. Спасибо большое вам. Но не всегда алматинцы получали от Акима то, чего хотели. В некоторых вопросах Досаев четко давал понять – город меняется, и с отдельными переменами придется смириться. А у нас раньше была проблема с парковками, а после реконструкции Байситовой вообще просто мест не осталось. Во всем мире практика такая. Называется понятие «дроп-офф», то есть подвозят, оставляют, потом люди набирают, подъезжают, забирают. Я понимаю, что водитель вот так должен стоять, и какое-то парковочное пространство там останется вдоль того, что мы оставляем. Я же понимаю, что хотели бы елочкой сделать, но проект менять не буду. Проект он есть, и я считаю его правильным проектом. Затронули сегодня и немаловажный культурный вопрос. Акима спросили о судьбе бывшего кинотеатра «Целинный». Досаев ответил, «Пиратов Карибского моря» и «Мстителей» посмотреть там уже не удастся, зато появятся другие возможности скоротать досуг. Там по проекту будет арт-центр. Новый арт-центр городской, современного искусства. Работы вот эти, которые начали, там были проблемы с мозаикой. Это тот исторический, потому что когда они сняли слой, обнаружили уникальную мозаику, которую в свое время положили. И поэтому получали необходимые разрешительные документы. Я надеюсь, что вот до конца следующего года уже будет и будет новый культурный центр в городе Алматы. А еще в Алматы будут восстанавливать бомбоубежища. Практически все они давно заброшены, но скоро их ждет реновация. Это связано не только с этими событиями, не геополитика. Это ЧС, это мы в зоне, понятно, активной сейсмичности находимся. Поэтому город должен быть готов быть именно к ситуации ЧС. Будет отдельная программа, предстоящие 3 года постараемся привести, наверное, к нужным нормативам максимально то, что сможем сделать. На вопросы жителей Алмалинского района Ербулат Досаев отвечал почти 3 часа. Горожанам, которые до микрофона добраться не успели, Аким посоветовал направить ему письменные обращения. И горожане наверняка пошлют. Михаил Корчевский, Ануар Амангельдинов, Думан Даулетбакулы, КТК, Алматы. Меньше 2 дней остается до главного музыкального события этого лета. Уже в воскресенье на побережье Капшагайского водохранилища пройдет первый Family Rock фестиваль. На концерте выступят популярные исполнители, среди них легендарная группа «Сплин». Сейчас уже завершаются подготовительные работы. Организаторы обещают любителям рока насыщенную шоу-программу, пляжный отдых и много сюрпризов. Наш корреспондент Бахатгуль Касова расскажет подробнее. Меньше 2 дней остается до главного музыкального события этого лета. Уже в воскресенье на побережье Капшагайского водохранилища пройдет первый Family Rock фестиваль. На концерте выступят популярные исполнители, среди них легендарная группа «Сплин». Сейчас уже завершаются подготовительные работы. Организаторы обещают любителям рока насыщенную шоу-программу, пляжный отдых и много сюрпризов. Наш корреспондент Бахатгуль Касова расскажет подробнее. Строители работают на побережье Капчагайского водохранилища почти круглосуточно. Ведь до начала главного события этого лета осталось меньше 2 дней. Рабочие уже частично возвели сцену. Именно здесь будут выступать приглашенные на первый Family Rock фестиваль звездные гости. Среди участников легендарная группа «Сплин». Ждет зрителей и приятный сюрприз. Свои песни исполнят группы «Уркер» и «Мотороллер». «Сплин» – это наш хедлайнер фестиваля. Важно отметить, что «Сплин» в Казахстане выступал последний раз 6 лет назад, поэтому я думаю, что это будет очень большим и радостным событием для наших гостей и поклонников творчества данной группы, ну и в целом рок-музыки. В это воскресенье на побережье Капчагайского водохранилища появятся 3 площадки. Сцена, пляжная зона и палаточный городок. Будут работать фудкорты, мангалы и бары под открытым небом. Также организаторы позаботились о безопасности гостей фестиваля. На месте будут дежурить водные спасатели. Все технические работы сделаны. Здесь осталось установить баннеры, установить музыкальное оборудование. Но, в принципе, это все у нас по плану. У нас будут стоять 2 спасательные вышки. Вот, и, собственно, пляж – это будет отдельная территория, да, где будет разрешено купаться, но до 8 часов вечера, то есть до захода, к заходу солнца.
Примечательно, что любители рока смогут взять с собой на концерт детей старше 4 лет. Фамилия-рок-фестиваль пройдет 28 августа. Шоу продлится 6 часов и завершится ближе к полуночи. Ожидается, что фестиваль посетит около 4000 гостей. Бахытгулёкасова, Вячеслав Тимофеев, КТК, Алматинская область. Дожди и грозы прогнозируют синоптики в Казахстане. Осадки ожидаются в большинстве областей. На севере, востоке и в центре страны ночью возможны заморозки. При этом в восточных регионах похолодает еще и днем. Столбики термометров там опустятся с 20 градусов до 13. А вот на юге и западе лето сдавать свои позиции не собирается. В некоторых районах воздух прогреется до плюс 37. Ocean Go. 100% объем, 100% энергия. Заряди свой день энергией Wash & Go. Уникальная формула шампуня дарит волосам 100% объем для всей семьи. Wash & Go. 100% объем, 100% энергия.